6 жнівня 1517 года у столице Чеського королевства одна из местных друкарней выпускает псалтир, первую со старозаповедных книг Библии. Ничего дивного у подеи ни для Праги, ни для Европы нема. И, певно, сам друкар не до конца разумел, что в этот момент здійснив соправдную революцию. У той день почалося не просто книгодрукование, так починалася новая эпоха у истории целой нации. Франциск Скорина робить бадай немагчимое. Выдать друкованную Библию, перекладенную на доступную церковно-славянскую мову, зразумелую людям, далеким от религии и высоких посад, с гравюрами, уласным портретом, комментариями, это был прорыв. Усходняя Европа отрымливая свою Библию нашмат раней за многие народы той же Европы Заходней. И все это отбывается на территории Центральной Европы. Как такое могло отбыться? Чому белорусская Библия начинается у чужой Праги? И ведь была Прага такой далекой для наших предков? Отказы треба шукать на несколько годов ранее. Шановная коллегия, поважаны экзаменуемы, як вас там Франциск Скорина. Это вельми незвычайный выпадок для нашего университета. И той факт, что вам дадено право тримать экзамен перед высокой комиссией, это просто ласка Божия. Але вы проканали нас своими выдатными ведами, своей великой адукованностью. И тому наша коллегия принимает решение присвоить вам высокое звание доктора медицины. Виват, коллега! Амаль немагчимая подея для 16-го стагодия. Сын купца с далекой усходнеевропейской краины сдает экзамены у одной из самых престижных адукационных установ того часу. Падуанским университете здає виключно поспехово, и это адлюстровано у документах. Ему надают ступень доктора медицины. И это при том, что у Падуи Скорина не учился. Венецианская республика, интеллектуальным центром якой была Падуя, а все-таки центром книгодрукования сама Венеция, это была уникальная краина и у политичном, и у религийном сенсе, где пановал плюрализм идей и версий. Именно это тому, дякую вот этой уседозволенности поглядов, Скорина обрал у якости места, коли не навучание, то сдача своих испытов именно в Венецианскую республику. Краковский, он же Ягеллонский университет, Скорина заканчивая еще у 1506 годе. Там он вывучая вольные науки, ти простей отрымливая первую ступень высшей адукации. Але для отрымания высокой почестной ступени доктора медицины, высшей были только теологи и правознавцы, треба было гэтую медицину неде вывучать. Кафедры, где рыхтовали специалистов-медиков, у Краковском университете не существовали. Там мог Скорина пройти некие, так сказать, першесные ступени постигнуть.
Но іншая справа, что Краковский университет и этой кафедры не могли присваивать статус магистра и доктора лекарских наук. Адукация – выключно важный момент у разумения перед умов белорусского книгодрукования. У средневековья это недосяжная величиня и велизный привилей, а высокое звание доктора и лекара увогуле открывало неверогодные магчимости. Статус медика, магистра и доктора у медичных науках вельми тяжкая, такая вельми престижная такая ступень. И она на уровне нас соступает только теологичной ступени и правовой ступени. Падуанский этап найлепш зафиксаваны у документах. Захаваліся акты, якія падрабязна апісваюць працэдуру здачы экзамена і нават называюць імёны членаў высокай калегіі і даюць некаторыя звесткі пра самога Скарыну. Больш за тое, яны праліваюць святло на першы цёмны перыяд яго жыцця. Тыя самыя 6 год паміж Кракавам і Падуяй. Магчыма, ён атрымаў падрыхтоўку ў Капенгагене, ў Даніі. Дарэчы, у адным з падуанскіх дакументаў ён назван сакратаром караля Дацыі. Але адразу ж наступае новы цёмны перыяд. З 1512 да 1517 года не засталося ані воднай звесткі пра тое, дзе быў і што рабіў доктор Скарына. Можно довольно упэўнена меркаваць, что Франциск Скарына на часе падрыхтоўкі да сваёй выдавецкай дзейнасці наведваў як мінімум Вільню, а праз гэта і ўсё Вялікае княства Літоўскае, магчыма, родны Полацк, магчыма, іншыя гарады, бо якраз віленскія мяшчане, кіраўнікі горада фактычна і сталі спонсарамі выдавецкай ініцыятывы Франциска Скарыны. Віншую з ганаровым званнем. Дзякую, пан Бабіч. Ласкаю Божай. Так, ласкаю Божай. Але ведаю, не за віншаваннямі ты прыйшоў. Прачытаў я твои рукапісы. Ты што ж вырашыў нас на касцёр адправіць? Не, вы што? Я ж толькі хацеў паказаць вам. Ты супакойся, ты супакойся. Тут нас на касцёр ніхто не кіне, а там, дзе ты быў, магчыма і такое. Перакладаць слова Божае на мову простага люда? Так ўжо пераклалі. У чэхаў, да прыкладу. Ведаю, ведаю. Толькі гэта рызыкоўна. Ды і не таннае гэта прадпрыемства. Але ты мае погляды ведаеш. Я з табой згодны. Я табе дапамагу. Я дам грошы на выданне твоёй кнігі, Францішак. Пан Бабіч, я вам вельмі удзячны. Толькі як гэта рэалізаваць? Дзе знайсці матэрыялы? Ды друкару? Я думаю, што трэба гэта рабіць не тут, не ў Вільні. А дзе ж тады? Краку? Я ведаю там некалькі друкары. Не, мне падаецца, што лепш наладзіць наш працэс у Празе. Прага? Прага. А чаму не? Вы што? Схадзі зараз да пана Онькава. Я табе напішу пратэкцыю. Ён можа дапамагчы табе ў гэтым пытанні. Дякую вам, великий. Вядома только, что на родину он приезжает уже с готовой идеей. И, вероятно, планами деятельности. Коли пожидаете с бизнес-планом, Скарына докладно ведает, что будет реализовывать свой план у Празе. Каб зразумець, чаму выбор спыняецца на Празе, нам трэба ведаць, дзе і калі ўзнікла гэтая ідэя. У Падуі, а можа яшчэ раней у Кракаве? Адказ мы наўрад ці ўжо адшукаем. Тым не менш, абодва гэтыя гарады
выдатно подыходили до Скорыновой инициативы. Францис Скорина мог, саправды, пачаць выпуск своих книг хутчэй у Венеции. У Падуі книга друкавання уже развивалася, але только латинским шрифтом, и все ж таки не было настолько богато развитым. А вот Венеция стала саправдным и таким мультикультурным центром. Як бы там ни было, ни Падуя, ни Краков, ни немецкие центры друку не привабили белорусского доктора, ён выбирая чешскую столицу. Так, слухай, вот это туда, да, туда. Так, один, вот два этих чемодана, и вот туда, вот. Хорошо. Добро, дякую. Так, я возьму. Франциск? Вацлав, какая встреча! Добрый день. Привитание, братка. Як ты? Ты что ты? Что в Празе робишь? С университета не бачилися. Приехал працу налаживать. Слухай, я и не видел, что ты тут. Хотя часто бачуся с нашими из Вильнинского братства. А я никому не говорил, никто и не ведает. И тебе прошу, не треба мне этой додатковой славы, разумеешь? Не разумею. Але просьба твоя для меня закон. Ты же мне так допомагал. Слухай, Вацлав, есть до тебя одна справа. Любая, Франциск. Ведаешь тут какую-нибудь добрую друкарню? Друкарню? Угу. Слухай, братка, так я как раз работаю одну. Да? А у кого? У пана Северина. Добро. Пошли, покажу, коли есть час. Тримай, але мои речи. Так, занесуть, ходим. Так и ты пошел заниматься друкованием? С такими прибытками жартуешь? Жартую. Але и назвать выбор Чехии целком дивным нельга. Треба уличивать ситуацию, якая пановала в этой краине. И тут история откидывает нас на 100 годов назад. Ну, разумеете, а? Яны нават мой прыгавор не могуць зачытаць на зразумелай мове. Каб вы не ведалі за што. За словы твае супраць царквы і Хрыста. У цябе нават тут царква вышэй за Хрыста. Вы адракліся яго. Толькі пра сябе думаеце і пра грошы. Ніякага Бога ў вас не засталося. Улада, што парушае законы Бога, не можа быць ім прызнаная. Падпальвай! Падпальвай! Ян Гус. Национальный герой Чехии, проповедник. Его деятельность литерально подорвала основы тогочасной Европы. С Гуса фактично и начинается реформационный рух у Европе. Церква не может иметь богатцев и брать гроши из бедных. Церква не повинна быть головной у житті громадства. Улада, что порушая законы Божие, не может быть признанной Богом. Богатцы повинен належить справедливым. Каждый христианин повинен шукать правду, навод коли он рызыкуя добробытом, спокоем и житем. Так отрымалось и с Гусом. Навукович шукал правду под погрозой для життя. Але у 15-м стагодзе існавала только одна правда – церковная. А любая ее критика часто несла смерть. Прихильники Гуса потребовали худких и радикальных реформов. Ти была идеология гусита у близкой Скорину. Сегодня сказать докладно немагчыма. Во всяким выпадку, певно на гэтый конт, он николи не выказывался. Доследчики, которые выучаются в истории Чехии, они называют этот период, первые там 20 годов, там, ну, 25 годов, мягкого гусизма у Чехии. Мягкий гусизм, мягкое размежевание, тому там можно было быть и католиками, и выпускать и православные книги. Богу в Троице единому и ко чти, и ко славе. Матери его пречистой Марии к похвале. Всем небесным силам и святым его к веселью. Людям посполитым к доброму научению. Деятельность Скорины хоть и была довольно прогрессивной для средневечной Европы, але нельга назвать ее беспрецедентной. Перекладные книги Библии хоть и одинково выходили и до того,
Идеи реформации лётали у паветру. Гэтая бура, что изменит Европу до непознавальности, уже сбиралася у темные облоки на горизонте, и водор перамен не отшивать Скорина не мог. Реформация нас отмовила, нас откинула постанову всех церковных соборов, как католических, так и православных. Лічыць, что головный подмурок веры такой широй, это вот Библия. И надо опираться на самую Библию, надо шукать самые старожитные тексты, проводить эти переклады. Вот в этом была основа. Скорина, як человек свету, безумовно з'являється моцной особой сярод того руху европейских дейчов, якія не жадали ведать межаў у познанні життя. И его праца по перекладе религийного тексту цалком уписывалася у концепт «калі не реформации», то у ідеї гуманізму і освіти. Відавочна, що Скорина провів великую підрихтовчую працю, яка потребувала додаткових роботників. Потребні були гроші. Книгодрукування у 15-му стагодді процес не танний, а і він не йшов ні в яке порівняння з коштом перепісаних книг. Скорина натурально потребував певного часу для підрихтовки виданню, які почали виходити у Празі у 1517 році. Переклад Біблії – це справа, яка часом займає 10 годі, а не годи, і над нею Скорина мог почати ще працювати у Кракові, а може бути, це відбувалося вже після здачі іспитів у Падуї. Літера «Б» не оттиснулася. І «В» незрозуміла. Набирайте знову. Так, господар. І знайдіть мені нормальну «В». Так, господар, Скорина. Я не за гэта плачу вашим господарам. А де гравёр? Так ён яшчэ не приїхав. Як не приїхав? Ён же повинен бути тут. Так покличте Вацлава. Так. Франциск? Вацлав. Ходи сюда. Гравер не приехал. Что робись, мы так не поспеем. У нас только первые аркуши пошли. Так, успокойся. Нам треба его дочекаться. Навод не видишь, сколько мне намаганий коштовало его уговорить с нами працевать. Он приедет. Может, сдарлось и нечто по дороге. Шлях с Пруссией не близкий. Почекай. Я веду, як шмат ты робишь. Это все лист от Оньковича. Нечто мне подказывает, что час у нас меньше, чем мы плановали. Есть некая информация? Пошли, расскажу. Фердинанд написал Жегемонту лист. Одиная зафиксованная подея пражского життя Скорины отбывается в летку 1517 года. Выходит псалтыр, первая из перекладенных книг Библии. Там же у Венецианской республики началось и кириллическое книгодрукование незадолго, ну, фактично, у часы Скорины. И на тот час тут были первые, снова же, традиции перекладу Библии на национальную мову и выдания, в данном случае, на чешской мове Библии. Она тройчу уже выходила. За вельми короткий период, литерально 2 года, выходит 23 книги. Фантастичная хуткость для 16-го стагодия. Книгодрукование еще вельми молодое. Гутенберг вынаходит эту технологию за 100 годов до Скориновской Библии. 100 годов для середневечья ничто. Слово «прогресс» еще не ведают. Працевать так хутко можно было только при певных околичностях. Скорина мог и навод повинен был шукать подтримку и гроши для своей выдавецкой деятельности. Фактично, он имел полный инвестиционный проект, проект выдания книг, книг Библии на славянской мове. И этот проект был довольно дорогим, навод, я бы сказал, вельми дорогим. Под его реализацию необходимо было найти как минимум финансовую, как максимум еще и идеологичную и иншую подтримку. Вероятно, ее Скорина отримал, бо на первых книгах, на многих книгах мы бачим известки про реальных спонсоров, может, навод инициаторов выдания.
Біблії на білоруській церковнославянській мовах. Біблія руська, виложена доктором Франциском Скариной і славного града Полоцька. Богу ко чті і людям посполітим к доброму навученню. Основний текст Скарина переклав з Біблії чеської, значить, він перекладав старобілоруською мовою. Після він частку слов замінив на церковнославянські. Він ставив такі церковнославянські маркери, якби. Тобто він хотів свою мову наблизити мені тоді книжної мови старобілоруських рукописів. Він усвідомляв, що коли він святое письмо видасть цілком по старобілоруську, це будуть великі проблеми. Ніхто його книг читати не буде, покупати не буде. Наприклад, там є цитата «Ідіть перед братію вашою», і він вставляє «з синами Ізраїлевими». Таким чином він зробив фактично спробу, першу спробу, напевно, створення білоруської літературної мови. Заховавши основи церковнославянської мови, Скарина переклав псалтир перш за все на мову народную, живую і зрозумілую. І коли книжні веди у той час лічилися привілеєм вищого класу, людей, які займали духовні посади, то друкування Біблії на зрозумілій для більшості мові і по доступній ціні означало революцію. Біблія друкована мала кошт все ж таки доступний. Доступний не тільки для багатих монастирів чи багатих приватних уладальників, але і многих інших представників, так би мовити, широких слоїв громадства. Скарина вельми удумлива, коли казати сучасною мовою, розлічував на, так би мовити, піар-технології, на просовування своєї видавецької ініціативи і на поширення книги. Докладно можна казати, що він вельми активно використовував шрифти, гравюри, ініціали, заставки для того, каб зробити книгу більш привабною. Каб докладно говорити про революцію освіти і Скарину як про видира, нам треба більш ведати про те, як він працював у празі. Але до сьогодні науковці навіть назвати друкарню, у якої виходили перші білоруські книги, не можуть. Скарина не мав власну друкарню у Празі. Він, хоча й за все, орендував цю друкарню. Фактично є 34 основні версії про місцезнаходження друкарні, у якої побачили світ книги Франциска Скарини. І гэтыя усе месцы так ці інакше зв'язані з Староместською площею. Ці гэта, наприклад, друкарня Павла Северина, ці гэта нейка інша друкарня. Магчыма, гэта сапраўды была друкарня Павла Северина, которая ўжо мела вопыт выпуску, напрыклад, кніг на яўрэйскай мове, адпаведна ім і яўрэйскім алфавітам. Адпаведна ім было не цяжка паспрабаваць яшчэ і славянскім кірылічным алфавітам выдрукаваць кнігі. Сапраўды даследчыкі заўважылі, што Северин у перыяд, той перыяд, калі Скарына актыўна выдаваў свае кнігі, ніяк сабе не зарэкамендаваў як выдавец. Вось гэта якраз 1517-1519 год. Свярын памёр. Яго друкарню спадкаемеў Павел Свярын, у якога былі свае кнігавыдавецкія планы. І ён папрасіў Скарыну пакінуць гэту друкарню. Зноў жа, 1520 год. Менавіта тады, калі Францыск Скарына спыняе сваю дзейнасць у Празе, і далейшым мы бачым яго ў Вільні. Свабода поглядаў і терпімасць да розных рэлігій і рухаў, сталая традыцыя кнігадрукавання, верагодна, ўсё гэта і паўплывала на выбар Прагі Скарынам. Верагодна. Дакладна сказаць мы не зможам відаць ніколі. Гэтых невядомых старонак, белых плям у жыцці Скарыны безліч. І пражскі перыяд найбольш загадкавы. Ніводнага сляда жыцця ў сталіцы вельмі прагрэсіўнай дзяржавы на працягу некалькіх гадоў. Мы нават назваць дакладны год і прычыну ад'езду не можам. Ведаючы такія пажыткі ад гэтае кнігі, я Францішак, Скарынін сын з Полоцка. У лекарскіх навуках доктар загадаў псалтыр ціснуці рускімі словамі славянская мова. Найперш, для ушанавання і хвалы Бога ў Троіцы адзінага і прычыстай маці яго Марыі і ўсіх нябесных чыноў і святых Божых. А таксама
для корысти посполитого люду. И особливо стає причины, что меня литостивый Бог с этой мовы на свет пустил. Финал продмовы псалтыра. Может, тут варто шукать отказы на те пытания, что покинул нам Скорина? Але кто ж возьме на себе отказность сказать? Вось яна, правда життя, человека загадки, Франциска Скорины, доктора со славного города Полоцка.